Всем моря приветов, друзья и гости моего канала, всем позитивчик и бугагашечек, Нептун здесь. И мы продолжаем проходить игрушку дико хардкорную музыкальную под названием Just Shapes and Beats. Это четвертая серия. Вы только вслушайтесь, как четко сделана музыка здесь, на этом уровне. То есть на звук ударов вот этот тынь. Видите, приходится вращение шестеренок. Заметили, да? То есть они как бы под музыку двигаются, делают оборот и такой звонкий звук удара. Ну это прикольно. Я могу вечно сидеть здесь. Ну музыка прикольная. Не знаю чем, а так она меня притягивает, но она манит. Она доставляет дикое удовольствие смотреть на все это дело. Ладно, в общем, давайте. Мы, значит, видимо, близимся к завершению. Там впереди какая-то башня, это розовая. И там, возможно, будет еще один босс, какой-то жуткий рок-гитарист. Погнали. Прык. Спасибо, что довез меня сюда. Было очень приятно с тобой плавать, кораблик. Я еще вернусь рано или поздно обязательно. Так, что-то здесь совершенно дикое. Типа так, да? Окей. Вау! Меня может размолотить, друзья. Что с ними не так? Это какой-то конвейер. Адский конвейер, смотрите, они берут этих... Ну что это, цветочки или как их тут называют? Короче, местные аборигены. Потом их, видимо, как в мясорубку спихивают, перемалывают, из них делают что-то плохое. Cool friends, клевые друзья. Погнали в уровень под названием «Клевые друзья». Многообещающее название, да? Так. О, пути... Что это было? Тихо. Какая-то жуткая паутинка только что была. Я уже понял общую направленность этого уровня. О, меня смотрите, меня смещает куда-то в бок. Я понял, что все эти уровни, они будут, по сути, иметь какую-то направленность техники, механики, да, чего-то такого. Всякие шестеренки, болтики, движки и прочее. Неприятная вещь. Боже. А, они достают до верха. Вот эти достают. Вот эти. Ну я, блин, не ожидал, что там будет такое. Окей. Пау. Давайте, проботите меня. Я шучу, не надо. Прикол в том, что это уровень такой. Точно. О, что-то я не заметил ее. Вообще не туда смотрел. О, боже. Я вообще не туда смотрел. Бывает. Надеюсь, этот маск пройдет, как мое оправдание. Тихо. Да как? Что-то вообще не понял. А где? Они же траекторию особо вычерчивают. Вот, видите, траектория вычерчилась. А у тех не было траектории. Да, обидно. Фуф. Да, непростой уровень. Тут нужна небольшая минимальная сноровочка. Главное просто не попадать под эти гребаные траектории неприятные. Всяких летающих штучек-дрючек. Окей? Ух ты, задел, вот почему ты заделся? Да чё ты заделся дважды? Меня больше убивают не... Ну, не сами вот эти вот всякие палочки, а края экрана, в которые нельзя почему-то теперь... Ну, нежелательно упираться, потому что тратишь жизни.
как же долго. Чё такие долгие загрузки? Нельзя просто взять рестарт и все. Загрузки здесь очень долгие. Это печально. Угу. Так, ну эти цветочки механические мне особых проблем не доставят. Вот здесь проблемно. Но они не достают. Вот, тихо-тихо, вот отсюда нужно было удрапывать. Не хочу, чтобы меня достали нечаянно. Вон сверху, видите, червяки эти пролетели, у них даже траектории не было. Это unbelievable, это несправедливо. Так, сейчас будет веселуха. Как, кто меня задел? Там же ничего не было. Врете? Да опять, я нечаянно... Не хотел я задевать вашу гребаную шестеренку. Спасибо, неужели? Справедливость восторжествовала. О, какая большая шестеренка. Сколько кусочков. Да ш... Как? Как ты меня задел-то? Понятно. Это вообще на изи проходит, на самом деле. Окей. Очень много всяких нехороших, острых здесь циркулярных пил. Это больно. Вау, уйди. Я же говорю, уйди. Гасло какое. Чик. Вообще, изи босс. Вот только вот этот момент по... Примерно посередине этого босса неприятный такой, да, с этими червями. А в остальном все здесь изи. Ну, топаем дальше. Ну, вообще видно, что уже ближе, видимо, финал игры. И за счет этого чувствуется, что уровни стали довольно-таки... тяжелыми, намного труднее, да, чем было изначально. Так. Дальше куда? Я не хочу падать, боже. Я же маленький квадратик. Пожалейте меня. Я ничего не могу здесь сделать. О, большой квадратик. Он закрыл глаза, потому что ему страшно. Бедняжка. Так, о, три уровня. А наверху спящий вертолетик. Мы сможем летать. Поэтому давайте три уровня эти пройдем. И возможно там будет дальше босс, да? Обязательно. Lunar Whale? Чё, лунная походка типа? Что за квадраты? Тихо-тихо, не трогайте меня, плизик. Близик, не трогайте меня. Чу. Вот это было лишнее. Зачем я так ринулся вперед? Музыка заряженная чип-тюном, это прикольно. Чип-тюн это круто. Фак. Что-то я не заметил эти гребаные края. Точнее, не рассчитал рывок. Улетел прямо в эти края. Можно было вот так же сделать. Окей.
Ваша взяла? Разочек можно вам подыграть, правильно? Прям в него носом. Все, время побеждать. Теперь я знаю, что от вас ждать. Давайте, салаги. Нет, вот рывок нужно делать по прямой здесь. Не нужно никаких пируэтов. Да. Да почему не сработал рывок? Я же нажал. Вот серьезно, я не нажалась кнопка. Вы не думаете, что это такая типа нелепая отмазка? Действительно, не нажалась. Может, палец проскользил, потому что, ну, он немножко потный, игрушка-то напряженная. Maybe, maybe. Лунная походка, да? Так, в общем, друзья, давайте. Теперь-то я знаю уже все, как он будет атаковать, что меня ждет, поэтому предлагаю нам пройти здесь. Без смертей. Без траты. Даже маленькие жиськи. Мы сможем это сделать. Это все на изи. Да, 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 да. Хорошая попытка меня поработить. Окей. Жалкие потоги. Бугиги. Так, здесь главное не затупить. Тихо. Тихо, повыше. Вот нормально. Парам-пам-пам-пам. Пам-парарам-парарам. Музыка, блин, какая она четкая. Уйдите от меня, плиз. По возможности куда-нибудь подальше. Это просто издевка, понимаете? Ну как так? Ну изи же приходилось. Жизнь потратил жизнь на просто на последней преграде. Это обидно. Ну ладно. Пусть будет так. Ну, давайте посчитаем, что этого не было, окей? Я не тратил там в конце жизни, и все будет круто. Окей, потопали дальше. Мне нужно, видимо, активировать три треугольника наверху, да, верхней части ваших экранов наверху, над вертолетом. И тогда все будет круто. Мы тогда разблокируем вертолет и полетим дальше. На встречу с приключением. Спектра. Чипсил. Так, треугольник, окей. Он не бьет по диагонали, правильно? А чё? Это чё? Это чё? What the fuck? Я буду здесь сидеть. Нет, уже не буду. Чёрт, я не знал, что там тоже розовые хрени могут быть. Окей. Окей. Блин, боже, как это прикольно. Чекай, 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 тихо, тихо, тихо. Пам-пам, пам-пам. Круто. Чекпоинт на родину мне. Спасибо, очки. Танцевать даже не дают мне, боже. Дайте мне потанцевать. Сейчас меня укачает. Малость. Я чувствую, что меня уже укачивает. Боже, второй геометрий дэш. Вот не люблю, когда так все, всего много на экране.
Боже, я на изи прошел. Это же изишка. Изишка моя ненаглядная, иди сюда. Получилось. Мы прошли еще один уровень. Так, что там дальше? Третий уровень. Unlocked. Символичное название. Unlocked. То есть разблокировка, да? Открыть. Плеска. Ай. Ай. Что-то квадратное, черно-розовое, знаете? Ай, что-то я засмотрелся реально. Мне просто понравилось. Я что-то вспомнил, знаете, 2007-й эмо. Они же любили такой стиль. Да, боже, опять я засмотрелся на эти квадратики. Они такие манящие. Все такое квадратное. После этой серии, возможно, вся моя жизнь будет квадратной какой-то. Вот зачем я выделываюсь? Типа, я круто играю. Я, не знаю, мне нравится вот так вот делать. Крутиться на месте, это прикольно. Вау! Тихо. Так можно ведь обжечься. Тут. Сейчас будет разогрев, друзья, чекайте. Око за око. Так, допустим, я... Принц... Я этого не ожидал. Там что, сверху что-то полилось на меня? What the fuck? Нельзя так делать. Что-то полилось на меня сверху. Окей. Так, что, льешься? Тихо. Оно не предупреждает, оно просто льется, блин, и все. Ух ты, уже снизу. Эй, вау. Теперь будет сверху по-любому опять. По-любому, вот чекайте. Я же говорил? Бугаге! А сейчас будет снизу. Это будет финальная, видимо, часть этого уровня. Теперь надо повыше уйти. Ха-ха-ха. Облом Петрович. Тих. Опять, ни одной жизни не потратил. Чекайте, это изи. И прошли. Я разблокировал вертолет. Посадка, аж. Ага, вертолетик, привет. Как дела? Я знаю твоего братишку кораблика, там было весело. Что? А, он потянулся, друзья, он спал. Как мне к нему попасть наверх? Бульк. Ой. Эй, вау. Я не это хотел. Что? Подожди, вертолетик, догони меня. А вдруг сейчас босс будет какой-то? Скорее всего. По-моему, так и есть. Босяра. Пилы. Фак. Что делать? Куда бежать? Это что? Удрапываем. А, боже, это было больно. Вон спасательная наверху штучка, видите? Я просто не был готов, поэтому... Вертолетик, помогай. Ниже опусти, ниже, достаточно высоко. Мне нужно еще выше. Давай. Есть. Спасибо тебе, братиш. Ой, божечки. Что бы я без тебя делал, да? Оу. А босса не будет здесь? Воу, тихо. Ты главное, что не кирпичи везешь, вертолетик. Давай-ка со мной поаккуратней. Больно было. Да, не спорю. Очень много всяких не по... Вау! Шестерен... Вау, больно. Что-то я запутался в этих лабиринтах.
Да что ты такое делаешь? Больно же говорю. По-моему, я уже начал проходить следующий уровень, да? Вот что происходит с ними, смотрите. На них выжимают эту красную слизь. И они становятся злыми, да? Он явно зол. Нужно это остановить. Да, друзья? Так, что у нас здесь? По-моему, опять очередной завод главного злодея, да? И они тут делают из нормальных этих росточков эти красные злые шипастые росточки. И нам нужно все это дело остановить. О, это же наш старый друг Квадратик. А ну оставь, оставь Квадратик. Оставь мой Квадратик в покое. Нет, Квадратик, не трогайте его. Сейчас на него капнут, да? Все-таки я так и знал, что это босс, да, будет? Нет, нет, мой Квадратик, мой друг. Да, это был босс. Ну что, погнали. Нужно его освободить. Close to me, надпись. Ну, точнее, название, видимо, песни. Close to me, ближе ко мне. Ну что, будем валить босса, давайте. Он плачет горькими красными слезами. Ой, тихо. О, опасно. Опасно. Че, серьезно, что ли? Вот как это работает, все понял. Все быстрее, быстрее. Вау! Черт, вот это вот я тоже не ожидал. Вот теперь я знаю, что они будут оттуда лететь, и я буду к этому готов. Ну, допустим, я буду перепроходить. Что, у него руки? О-о-о, братиш, ты смотри-ка, так можно и поранить. Glass to me. О. Так, то есть он не тормозил, да, бы нигде. Понятно, понял. Да собака, Наруто Узумака, ты, блин, предупреждай о таких вещах. Сейчас еще полвека ждать, пока ты там раскочегаришься. Почему нельзя перематывать, а? Почему нельзя перематывать? Хватит ныть, не ной. Я тебя уже ненавижу. За столько времени ты меня столько... Ты уже запарить успел, понимаешь? Хотя ведь все ничего, поиграли. Тыщ. 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 Там снизу сейчас должны полететь. Про эту штуку не забыть. Эти шипастые кружочки. Вот они полетели. И меня они затронули. Я не был готов к такому. Не хватило. Close to me. Так, сейчас будет большой хренью, так, понятно. Примерно так. А нет, все-таки у него предупредительные эти есть, шкалы. Все-таки есть дорожки эти красненькие, да? Показывающие, что вот я буду именно так атаковать скоро. В общем-то, на изи тоже. В общем... так, ладно, окей, после... Я думал, сейчас будет большая шестеренка. Все. Пукан взорвался. Ой, не нравится мне это. Беги, чувак, освободись от этого зла. Так, держимся. Да, вот опять не уследил за этой хренью.
меня прям жуткое желание есть переиграть заново, чтобы не испытывать больше таких проблем. Что мне ожидать? Он щипает? Он пытался меня ущипнуть, понимаете? Жесть. Так, тихо. Люблю такие штуки. О, боже, чуть не уперся в стенку. Так, теперь в другую сторону, да? Конечно. Куда же без этого? Бугага. Оу. Опять я не уследил за этой... Давай, Рич, плачь. Я начинаю потихонечку гореть с этой игрушки. Нет, она одновременно, блин, она крутая, но иногда меня сильно горит. Того, что я что-то не замечу, и мне кажется, что мне не подсказали, как действовать. То есть я же не могу мысли читать его игру, правильно? Как мне, куда мне там нужно будет отправить свой квадратик? Так, тихо. Что за нелепая потрата жизни? Вот what the fuck? За что? Это совершенно нелепая и ненужная трата жизни на ровном месте. Прикол в том, что сейчас я пройду... Мне опять дизмораль пошла. Я хочу просто пройти, не потратив ни одной жизни. Я должен доказать этому боссу, что это на изи проходит, по идее. Да, да, да. Найс попытка. Это сделать вполне возможно, друзья. Видите, ничего сложного здесь нет. Я потратил жизнь, даже две, просто глупо причем. Упершись в какие-то глупые розовые палочки, где никогда бы обычно не потратил жизнь. Давайте пошлифуем немножко. Close to me, close to me, close to me. Так, сейчас будет сужение карты. Окей. Так, в другую сторону полетели. Бугага. Да, только не плачь, все будет хорошо, чувак. Мы тебя освободим, твою душу от этой розовой непонятной штуки. Ну, в общем, опять же, повторяюсь, пройти без смерти здесь можно на изи. Я бы уже, наверное, это сделал. Надо было все-таки действительно перепройти заново без смерти. Можно. Бу, я освободил тебя, мой милый квадратик. Квадратик старший, да? Есть, я еще освободил один мир.
А меня не пригласили, да? Сейчас самый главный злодей. Ну его-то, конечно, не пригласили. Что это такое? А, это тот рокер, да? Он все продолжает играть свою мелодию адскую. О, куча уровней. 3 уровня, чтобы разблокировать, видимо, рычаги, да? Ну что, я думаю, что на этом моменте можно серию закончить. Весьма эпичная и насыщенная сегодня она получилась. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте пальчики вверх, вступайте в группу ВКонтакте и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Это был Нептун. Всем пока-пока.